друзья, я нахожусь в райском саду. Конечно, это не райский сад, это питомник. Мы ехали по дороге, случайно увидели его, заехали сюда. И посмотрите, какая красотища. Ну, большие елки, конечно, дорого стоят. Сейчас я дойду до маленьких и покажу цену. Вот такая елка. 500 рублей. Посмотрите, какая красавица. Вот. Итак, мы находимся в Волгограде. И здесь по дороге нашли питомник. Он называется, ребят, лотос, по-моему, сейчас. Да, лотос, правильно. Очень много растений, туи, пихты, сосны, кустарники декоративные, деревья. Ну, просто огромнейший выбор и цены такие приятные. Сейчас покажу елочки, какие мы взяли. Но я еще обзор дома постараюсь сделать, покажу то, что именно мы купили. Вот у меня по накладной ценник не превышает 800 рублей. Вот такие елки называются, они у них... Мягкие иголочки, вот такие называются они. Веймутова, сосна Веймутова, 800 рублей. Посмотрите, вот эта красавица, всего-навсего 800 рублей. Вот, и вот такие мы взяли. Сосна черная Нигра, 800 рублей. И поменьше 400, вот мы набрали по 400 рублей и по 800 рублей. В общем, разных размеров. Вот такие вот, по-моему, купили. Да, вот смотрите, вот эта сосна черная, вот такая она поменьше, стоит 400 рублей. Ну вот небольшой обзор я вам сделала этого райского сада. Я надеюсь, у нас все примется. И в скором будущем на нашей даче будет вот такая же красота.